Доброй ночи. Midnight Loft Online с вами. 00:00, значит, пора выходить в эфир. Вообще, этот онлайн-проект – это хорошее такое продолжение Loft Филармонии. Это дополнительная опция, это расширенная модерация, потому что с помощью модерации артисты Loft Филармонии обычно общаются со своей аудиторией, раскрывают свои концепции. Это такая прямая дорожка в наш артистический мир. Ну а Midnight Loft Online – это прекрасное продолжение, это возможность узнать наших героев еще лучше, узнать их вообще с новых сторон, узнать об их увлечениях, об их лайфхаках, об их отношении к той или иной вообще теме и сфере деятельности. А такая нестандартная ситуация, в которую мы все с вами попали, тоже раскрывает их черты характера, какие-то личностные грани. Ну, в общем, эти люди, они оказываются очень-очень интересными. Я горжусь тем, что ни один эфир не похож на предыдущий. Сегодня у нас замечательная гостья нашей импровизированной студии Татьяна Дорохова, которая приняла участие в Loft Филармонии в 2018 году. Это было 26 апреля. В составе квинтета, как сейчас помню, блестящее исполнение фортепианного квинтета Дмитрия Шостаковича вместе с молодыми бородинцами, так сказать, бородинцы-джуниор, это были ее коллеги по сцене. Прекрасный был вечер, самое лучшее впечатление. И вот сейчас, сегодня Таня присоединится к нашему челленджу, к нашему сериалу. Вот я уже вижу запрос, поэтому незамедлительно приглашаю ее в студию. Привет, привет, привет. Привет. Ой, извините. Ой, теперь мы знаем, что ты пьешь чай. Это был коньяк. Так, ага. О, Таня, привет, как твои дела? Отлично. Ты хорошо выглядишь, я рада тебя видеть в наших окошках. Взаимно. Расскажи, как твоя вообще самоизоляция? Что сейчас происходит? То есть, на самом деле, каждому участнику этих окон с каждым днем все сложнее и сложнее, и как бы, что самое сложное, как я вижу, начать говорить. Это да. Но как говорится, лиха беда начала, поэтому говори. Ну, у меня карантин начался с изменений, буквально за неделю до карантина мы начали ремонт в квартире, так что мне пришлось переехать. Да. К вам приехал квартирный вопрос. Вот. Но когда это все началось, я поймала себя на мысли, что стоит бояться своих желаний на самом деле, потому что где-то за пару месяцев до этого я кому-то говорила, вот было бы хорошо, если бы все остановилось. А, ну теперь мы нашли виновника торжества. Так-так, об этом поподробнее. Ну-ну. Вот. Было бы все хорошо, если бы все остановилось, и я бы сделала все, что хотела, и потом жизнь пошла дальше. Таня, ну, после такого заявления просто я позволю себе полюбопытствовать, в связи с чем это было? То есть, если я правильно понимаю, ну, я подозреваю, что ритм жизни был настолько как бы уже, ну, зашкаливающий, да, что в какой-то момент просто невозможно уже успеть даже какие-то элементарные вещи, ну, пардон, поесть некогда было еще в предыдущей серии, поспать некогда, вот, подумать некогда, да, то есть это была сплошная беготня и режим на выживание, так? Да. Абсолютно правильно. Ну, я немножко в курсе как бы ситуации, поясню аудитории, что Таня ведет концертный график, потом преподавательскую деятельность очень интенсивную, причем вот Таня в двух местах, да, или даже больше. Расскажи нам, кому ты преподаешь? В двух. Пока что, да. Ну, я скажу скромно, что Таня как бы ассистент Александра Шотовича Мдоянса в консерватории, вот, а вот по поводу вот твоих более младших товарищей ты уж сама поведай. Я работаю в школе и колледже Шопена. У меня очень много учеников. Детей. 13 учеников. Да, детей. Это у тебя только в Шопеновке, да, 13? Да. Да. А студентов сколько? В консерватории порядка 10 студентов. Так, 13 плюс 1, 14, плюс 10, 24. Ну, нормально идем, нормально. Еще ты 25-я на этом корабле. Тебе же нужно еще самой с собой позаниматься, я так понимаю. Да. Таня,
Принимая во внимание как бы вот эту ситуацию, в которую мы попали, в эту суперигру, как я говорю, в эту онлайн-игру, какими опциями вот тебе довелось пользоваться, например, со студентами консерватории, ну и с шопеновскими ребятками тоже? То есть были ли у вас онлайн-уроки? Разумеется, были уроки. Со студентами, конечно, это все проводится в виде такого, так, переписки. Они присылают записи, я им пишу какие-то пожелания. С детьми, конечно, так заниматься невозможно. Вот, приходится как-то на месте им что-то, какие-то элементарные вещи говорить. Вот, как-то направлять в Ну, нужное русло. насколько это как бы, как сказать, не то что продуктивно, но понятно, что вся эта история случилась в марте, да, скажем так, ближе уже ко второй половине к концу. Ну, неприятно, конечно, потому что впереди был апрель, который мы не помним, что было в апреле, май, который мы тоже, в общем-то, как во сне он проходит. Но детям, то есть и студентам, им же нужно сдавать какие-то, ну, зачеты, экзамены. Вот скажи, пожалуйста, по любопытству, я совершенно не в курсе, как это проходит в Шопене. Краем уха знаю, как в консерватории, вот в Шопенке. Как они будут сдавать специальные предметы, вот специальность в частности? Ну, слава богу, у нас руководство отнеслось к этому вопросу лояльно, и поэтому мы проводим просто такие контрольные уроки у своих детей, потому что, само собой, надо понимать, что не у всех есть возможность играть на хорошем инструменте, и не все могут себя выгодно показать. Вот, и вот послезавтра будет экзамен у выпускников. В общем, дети должны будут прислать записи, им сократили программу. И вот уже, слушая эти записи, мы будем их оценивать. Понятно. Ну а какая реакция вот именно от детей? Потому что студенты в ужасе, особенно пятый курс в ужасе, насколько я Да. знаю. А вот дети, как все-таки они восприняли эту ситуацию? Потому что тут, возможно, как бы два правильных ответа. Конечно, ты скажешь, это катастрофа, вот, но я-то понимаю, что часть из них на самом деле сделали примерно вот так. Вот, они сказали, yes, ура, слава богу, хоть раз в жизни, как говорится, пронесет. Вот. Особенно если кто-то вообще не учил программу, а таких, конечно, тоже хватает, которые гениальные за 2 дня потом все это учат, вот перед экзаменом, Конечно. самые талантливые. Ну как вообще твои, какие фидбэки? Ну, ты зришь, парень. Ну, нет, все, конечно, по-разному реагируют. Кто-то вешается от других многочисленных занятий общеобразовательной школы, потому что там говорят просто ужасы, там просто задают, ничего не объясняя, делайте задания, как-нибудь разберетесь сами, пускай родители вам объяснят. Вот. Поэтому не всегда удается детям заниматься делом То есть, головой. короче, давай называть вещи своими именами. Многие уже забыли, как выглядит фортепиано. Но я стараюсь им все-таки напоминать об этом. А как ты им напоминаешь? Ты в онлайне посылаешь эти иконки с клавишами такая, как вариант. Или типа, привет, меня зовут Таня Дорохова, я ваш преподаватель. Это так ты им Да. напоминаешь? Ну, приходится иногда все-таки проявлять настойчивость и договариваться уже о звонках. Понятно. Тань, ну вот как преподаватель преподавателю позволю себе такую фамильярность, вот ты мне скажи, вот все-таки как, то, что ты преподаешь в консерватории, это совершенно потрясающе, ты знаешь, что как бы, у нас это совершенно нечастая ситуация, это, я бы сказала, такой эксклюзив, вот это действительно как бы дается не всем, но все-таки. Вот когда к тебе приходят студенты уже на уроки, даже вот реальные мы можем вспомнить, ну, давай не будем скрывать, вот мое личное ощущение выскажу. Мне кажется, что та генерация, то поколение, которое, в принципе, ну так вот по возрасту от нас, ну, не намного, да, как бы лет отстоит еще, все еще, мы еще все еще молодые, но они очень сильно отличаются от нас. То есть у меня вот есть ощущение, что они несколько другие, у них какие-то, ну, другие задачи, ценности, у них другое отношение к конкуренции, у них другое отношение к технологиям, у них другое отношение к расписанию, вообще как бы к какому-то стилю жизни. Вот они, например, там многие уже сразу загоняются по теме там здорового питания, да, и, ну, каких-то таких вот вещей, которые у нас где-то есть в фоновом режиме, но где-то там. Короче,
Вопрос такой. Вот на профессиональном уровне и на чисто человеческом у тебя есть ощущение, что не только ты как бы их учишь, но и они как бы тебя чему-то учат? У вас есть этот взаимообмен или все гораздо проще? Ну, как может быть проще? Конечно, есть. Это первое, мне кажется, с чего начинается деятельность педагога, с того, что он развивается сам. Потому что это все-таки какое-никакое взаимодействие, и ну, невозможно как-то подстроиться и доступно объяснить что-то ученику, если ты не говоришь с ним на одном языке. Ну, а легко дается этот один язык? Или вот все-таки очень по-разному? То есть, ну, как бы есть какая-то, не знаю, какой-то рецепт счастья универсальный для того, чтобы найти ключик вот к этим людям, как бы более молодой генерации? Или как бы такая проблема, такой вопрос, в принципе, ну, стоит весьма условно? Я думаю, что все индивидуально скорее. Угу. Но есть, например, спрошу такой вот общий вопрос, какие-то более, так сказать, сложные, ну, люди, то есть они встречаются или как бы все в основном, ну, как бы более или менее так? Ну, без сложных людей было бы неинтересно. Сложные люди вошли в чат. Понятно. Все ясно. Таня, а вот вспоминая наши, как бы, цемшовские, консерваторские годы, аспирантские годы, потому что мы с тобой прошли, боже, мы с тобой все три ступени, да, как бы вместе прошли, да. На самом деле, я сейчас ужаснулась, я как-то это не профильтровала. Как ты считаешь, вот дисциплины, которые, допустим, связаны, ну, по-прежнему музыкально, но связаны с планетистом поскольку-постольку, скажем так, вот теоретическое крыло, если взять, все-таки говорят о том, что просто онлайн не только, как говорится, одним негативом, но есть и позитивные какие-то вещи. Вот как ты считаешь, если бы была возможность, допустим, очно сдавать экзамены, ну, чтобы там без халтуры, без всего вот этого вот, а для того, чтобы экономить время, ну, например, учиться, грубо говоря, онлайн, ну, там, слушать эти лекции, да, в исполнении наших любимых преподавателей, мы не будем сейчас озвучивать их имена, я так все знаю, такое я говорю, ну, там всякие, я не знаю, история музыки, да, там, я не знаю, ну, конечно, гармония в том виде, в котором она у нас была в консерватории, это сложно себе представить, конечно, онлайн, но, тем не менее, вот твое отношение, дабы сэкономить время, хорошо, хорошая идея или не очень? Ну, вот 50 на 50. Все-таки ты хотела бы, чтобы вот Степанова была перед тобой в 20 сантиметрах от себя, я чувствовала. Я так скучаю по этому воздействию, просто по этому шквалу обаяния. Мне кажется, что через экран ты все равно не так передаешь. Ну да, у нее такая харизма, такая же классная, как и ее камзолы, которые она меняет, это просто вообще... Просто женщина, супер-женщина, на самом деле. Ну, или Людмила Михайловна Кокарева тоже, конечно, невозможно не вспомнить, потому что без упоминания Плетнева, Коробейникова, Дебюсси, в конце концов, и Малера, жизнь была бы не та. Онлайн это бы не воспроизвело такого впечатления. Это есть такое. Таня, ну, а вот, как бы возвращаясь к нашей скользкой дорожке самоизоляции, вот ты хотела, чтобы была такая пауза. Ну, вот она наступила. Что же ты сделала первым делом? Первым делом я бросилась учить 30-ю сонату Бетховена. Ого! Я думала, ты скажешь, я выспалась там. Ну, что-то такое. Ну, конечно, я выспалась. Все-таки так. Первым делом ты выспалась. Да, сначала выспалась, потом бросилась учить. Так, ты бросилась учить. Сколько, хорошо, я перефразирую, сколько программ, на сколько десятилетий вперед программ ты уже получила? Ну, пока немного, но планы грандиозные. Угу. Ну, то есть, как бы, в принципе, отношение достаточно трезвое к ситуации, и ты можешь спокойно, ну, как бы, заниматься. Почему такой вопрос? Потому что, как ни парадоксально, многие музыканты, которым, конечно же, есть что делать, и они тоже кучу всего хотели выучить, точнее, они, конечно, немножко поддаются сейчас этой апатии и депрессии, которая тоже, как бы, давит, потому что есть такой момент неопределенности, и многие, ну, не могут так спокойно заниматься. То есть у тебя с этим проблем нет, у тебя, как бы, план, и он работает. Ну да. Я понимаю эту проблему, когда хочется вот какого-то пинка в виде концерта вот через 2 дня, вот, чтобы что-то начать делать. Но есть такие вещи, которые за эти 2 дня, там, за месяц, за 2 не выучишь. Ну, связано ли изучение 30-й сонаты Бетховена с тем, что юбилей Бетховена сейчас год, как бы, юбилейный? Или это совпадение?
Это совпадение. Я просто фанат его творчества, поэтому я готова выучить всю литературу Бетховена, написанную для фортепиано, из фортепиано. То есть я так понимаю, что 30-я соната Бетховена — это на самом деле уже 32-я вот среди выученных тобой. Ну да. Нет, что, серьезно, что ли? Ну да. Да? Ого, ничего себе. Вот это да. Так что, получается, следующий вопрос тогда очень понятный. Может быть, тогда на лейбле «Мелодия» или на каком-то еще лейбле зарубежном записать просто-напросто? Ну, просто-напросто, да, как осталось только записать, да? Ну да, может быть. Ну, надо только это все как-то в чувство привести. Нет, мне очень нравится, что ты такая сговорчивая. Я пока что со мной соглашаешься только в онлайне. Тань, а вот, кстати, говоря о программе, да, вот вообще, в принципе, о тех вкусах аудитории, или точнее, о вкусах, которые диктуют обычно, ну, какие-то наши концертные организации, филармония и консерватория, да, все любят стандарты, потому что публика знает стандарт. То есть так называемая наша музыкальная попса, да, когда из огромного количества концертов с оркестром играется 10, когда из сонат Бетховена играется 10. Ну, короче, да, то есть ты понимаешь, к чему я клоню. Но вот твое личное отношение. Как ты относишься к двум «э» — экзотика и эксклюзив в программах? Прекрасно отношусь. Если это талантливая музыка, то очень хорошо. Ну вот давай так, давай от противного. Вот что тебе первое приходит? Вот можешь назвать три фамилии или, может быть, даже три конкретных произведения, которые ты бы хотела поставить в программу, да, но чувствуешь, что это вот будет отворот-поворот от концертных организаций. В сольном формате, например, для начала. Я же даже такие не могу называть, честно говоря. Мне кажется, что если грамотно эти произведения включить, то поворота не будет. Ну, это если это не Если, единственное например... произведение, да, если, например, не Ну концерт да. с оркестром, там, я не знаю, какого-нибудь там Машковского, например. Почему, кстати, классный концерт. Да, вот. Если потихонечку как-то это все внедрять в довольно-таки классические программы под какой-то концептуальной идеей, то почему бы нет? Мне кажется, на это могут согласиться. Понятно, ну я знаю одно место, в котором точно могут согласиться. А скажи, да, ну мы не будем называть. Скажи, пожалуйста, а вот в камерной музыке, вот у тебя был какой-то такой wish-list, guilty pleasure, я еще это называю, да, из тех сочинений, которые, ну вот, может быть, руки не доходили в консерватории сыграть, или, может быть, потом только вообще об их существовании узнала, потому что все-таки камерная музыка, ну она настолько вообще объемна, да, скажем так, что невозможно всего знать. Что-то такое было у тебя? Да, вот мне бы очень хотелось бы сыграть Мессиана «Взгляды на Аминь». На самом деле для двух роялей я очень мало литературы переиграла. Вот мне бы хотелось это восполнить. Мне кажется, что тут как бы есть еще одна причина, по которой ты хочешь на два фортепиано, то есть как бы на рояле сыграть. Вот. Ну, тоже как бы причина совершенно понятна. Вот. И мне очень жаль, что мы в этом году не смогли реализовать эту супер идею. Вот. Я думаю, что мы еще к этому вернемся вот насчет лофта, да, потому что все-таки эти двухрояльные триптихи, они периодически случаются. В этом году был такой вот обрезанный вариант двухрояльного триптиха. Это был всего лишь один концерт из трех возможных. Но будем верить в лучшее. И как бы вы готовьте интересную концептуальную программу, а мы уж как-нибудь там потом договоримся. Ну, а что еще? А вот Хорошо. если, допустим, не на два рояля, если вспомнить твой квинтетный опыт, если вспомнить какой-то другой опыт, может быть, даже каких-то трио или фортепианных квартетов, дуэтов, до чего угодно, что бы ты хотела сыграть? Очень много всего неигранного. Даже не знаю, с чего начать. Давай так, давай с тобой по эпохам пройдемся. Ну, вот, допустим, начнем с самого ужасного, с 20 века Фокс, с моего самого любимого. Ну, есть такая идейка сыграть секстет Пендерецкого. Хороший день.
Это как раз вот такой вот секстет, как бы, как я думаю, тот самый пиздерецкий, или как бы такой более лайтовый, friendly for ears. Абсолютно not friendly. Unfriendly, ну понятно, я так и думала. Так, хорошо, принимается. Еще что-нибудь экстраординарное. Экстра? Ну, не знаю, я как-то... Мне вот близко очень... Я бы не сказала, что это экстраординарное, но вот у меня до сих пор мечта все-таки вынести на сцену второй трио Шостаковича, но это уже заезженная классика, конечно. Вот, но как-то я эту мечту выношу еще с ТМШ, если ты помнишь. Да. Ну, у нас это трио звучало всего лишь один раз, это был первый сезон, и это была даже первая серия, то есть это было 4 года назад. И, соответственно, я думаю, что можно будет скоро смахнуть пыль с этой партитуры и, возможно, еще разок как бы. Потому что, видишь, как у нас попсовые произведения звучат так же часто или так же редко, как и не попсовые. То есть, в принципе, ну, на этой прицел. Если придумать какой-то интересный концепт, почему нет? Why not? Да? То есть, это очень хорошая всегда идея. Тем более, я творчество Дмитрия Шостаковича вообще выделяю среди всех остальных. Я очень люблю Шостаковича. Очень мне нравится Вайнбер, нравится Прокофьев. Я вообще люблю 20 век. Ничего не могу с собой поделать. По поводу еще концертной практики. Вот, ты знаешь, у нас недавно был разговор с одним пианистом. Мы думали о том, что вот, а если придумать такой вот совершенно сумасшедший концепт, то ты сказала, что можно внедрять по одному произведению, ну, как бы, да, какое-то такое вот экзотичный опус в программу, которая, в принципе, ну, в общем, понятно будет публике, и такое, как вишенка на торте, что-то такое вот редкое. А если бы тебе сказали, Тань, ты совершенно свободна в выборе, вот абсолютно, вот ты даже можешь исполнить монопрограмму, например, композитора 20 века, например, ну, хочешь современников, которые еще даже ныне живущие? Хочешь не ныне живущие? Вот кто бы это был? Это был Прокофьев. Это вторая моя любовь, которую я бы тоже переиграл бы все произведения для фортепиано. И все камерные произведения. Связано это с тем, что ты читала в свое время, зачитывала до дыр дневники Прокофьева и дневники Рихтера, но у меня такой двойной вопрос, двойная аутентификация. Может быть. Не знаю, мне близки и Прокофьев, и Бетховен. Я не знаю, они мне как-то сил придают для жизни. Вот даже сейчас, казалось бы, все создано для того, чтобы вот я опустила руки, но нет. А если бы я тебе сказала, назови две фортепианных сонаты вот самых любимых Прокофьева, какие бы это были? Разумеется, 8-я. Поддерживаю. И 9-я. И 4-я. Ну, как бы мы друг друга поняли. У меня 4-я, вот если 2. Но на 8-й мы с тобой сошлись. Но мне очень нравится 2-я часть. Это какой-то, знаешь, как будто пьяный цирк такой появляется. Такая музыка странная, как будто вот где-то вдалеке. Она просто меня завораживает. То, что касается дневников, вот недаром я это затронула. Я еще вот помню с Саймшовских лет, расскажу эту слезную историю, что ты на самом деле, Дадыр, зачитала эти дневники. Мало того, я прекрасно помню пометки в этой книге. Почему я помню? Потому что я читала твою книгу после тебя. Вот, нет, у меня... Вот сейчас вся правда и выйдет на поверхность. Меня это тронуло до глубины души, потому что меня это заставило в срочном порядке, там, где ты помечала, и я не знала этих произведений, мне пришлось очень много из-за тебя переслушать. Ну, не только из-за тебя, еще и, наверное, из-за Рихтера прежде всего, но вопрос такой, вопрос на самом деле серьезный. Вот поскольку эти дневники, они же произвели на тебя неизгладимое впечатление, насколько я понимаю. И сам как бы Рихтер, да, как бы его фигура, ну, скажем так, она тебя на том моменте, по крайней мере, ты восхищалась им, насколько я понимаю. Я до сих пор восхищаюсь. И вот до сих пор ты восхищаешь. Ну, знаешь, бывает по-разному, поэтому я переспрашиваю. Все-таки время идет, люди меняются. Ну, хорошо, вот ты восхищаешься Святославом Тёсовичем. А
он написал такие вот дневники. Это как бы труд, это опыт, это, ну, это все на свете. Это, ну, как бы книга, в которой отображена полностью его личность, его жизнь. Ну, в общем, ну, это просто, конечно, бесценный абсолютно труд. Те люди, которые не читали, я считаю, что это просто преступление, потому что это очень увлекательно и очень познавательно. Но вопрос такой. Вот после того, как ты прочитала, не было ли у тебя вдохновения самой что-то такое вот, ну, написать или в каком-то виде, там, не знаю, создать, может быть, для себя или там, впоследствии там, для публикации, это уже не так важно. Вот нечто подобное, такую же подборку, вот, опыт. Это интересный вопрос. Но юношеские попытки были, конечно, но мне не хватило воли просто это все продолжить. Но главное, черновики остались. Конечно. Но Так. именно для того, чтобы их потом публиковать, я думаю, нет. Ну, сейчас как бы век технологий, их не обязательно именно публиковать, да, это достаточно трудно. И сейчас, в принципе, книги печатные, как это не страшно, они все-таки давно уже, как сказать, отошли на второй план, и как-то, ну, сейчас время такое, да, скоростей. И люди ведут свои блоги, да, и так далее, какие-то такие вот опции, где они могут взаимодействовать. Ну, я понимаю, как бы, что, наверное, у тебя сейчас будет несколько скептический такой взгляд на эти вещи, но все же я должна просто обязана спросить, почему бы вот таким вот образом это не вести, не выкладывать? Я думаю, ну, я просто говорю как про себя. У меня мнение очень переменчиво, поэтому я не смогу потом вырубить то, что я написала однажды. Вот. Поэтому я бы не стала фиксировать какие-то... Конечно, может быть, это хорошая идея зафиксировать какие-то мимолетные впечатления, чтобы они потом, чтобы к ним потом возвращаться. Вот, но я вот думаю, а вдруг мне будет к этому стыдно вернуться? Ну, если тебе будет стыдно к этому вернуться, в онлайне это все очень легко решается. Нажал одну кнопку «удалить», и оно удаляется, или нажал вторую кнопку «редактировать», оно редактируется. Другой вопрос, что мне кажется, что даже если ты меняешь мнение, ну, просто ты потом дальше, как вот, допустим, Рихтер, да, писал в своих дневниках, когда он играл разные программы, там, да, ну, я не знаю, там, с разными, например, своими коллегами, да, как одни и те же произведения, разные впечатления складывались. То есть он сам, ну, как бы себя перевирает в каком-то смысле слова, хотя, наверное, так сказать нельзя, но ты понимаешь, о чем я говорю, что да. даже у него можно найти, да, кучу каких-то, ну, в общем, несостыковок, несоответствий, и просто он писал под влиянием разного настроения, разного времени, ну, то есть это нормально, и, наверное, даже так тебе скажу, вот лично для меня в этом тоже какая-то доля интереса присутствует. Просто почему я поинтересовалась? Потому что мне кажется, что из всего того, что существует, ну вот я просто представляю тебя, да, вот как человека, как личность, мне кажется, это такой очень интеллектуальный, интересный, может быть, для тебя как бы труд-контент, как, ну, знаешь, расширение деятельности. Потому что, да. Видишь ли, Таня, как мы, собственно, с тобой здесь и оказались в этих диалоговых окнах, потому что каждому уважающему себя человеку из публики очень интересно узнать нечто такое вот из нашей жизни, что, в общем, не находится на поверхности. То есть это такой вот бэкстейдж, просто интересный бэкстейдж, не когда там у нас автопати, но это тоже интересно, но это не всегда интересно, а что-то такое вот интеллектуальное, как человек мыслит, какие у него есть опорные точки. Поэтому мне кажется, что если бы ты отважилась, туда бы в этот опыт можно было бы включить, например, поездки. Тоже. Да. Путешествия, какие-нибудь дурацкие интересные случаи, которые с тобой приключали. А, кстати... Обязательно дурацкие. Ну, слушай, у всех бывают дурацкие случаи, бывают не дурацкие, но дурацких тоже хватает. А вот если бы я тебя просила вспомнить какой-нибудь, ну, вот первый, который тебе приходит в голову, смешной случай. Дурацкий случай? Да. Вот никакой не приходит, вот честно. Ну, я не верю. Я предполагала, что ты это спросишь, и вот подумала, что, ну, ничего не могу вспомнить. Да, тогда мы спросим людей, которые сидят в комментариях, они с тобой тоже ездили, сейчас они вспомнят, подожди. Так что лучше ты рассказывай. Я вспомнила, как на одном концерте мне неудачно перевернули ноты.
что они чуть не упали, но, слава богу, я наизусть знала. Так они чуть не упали, они как-то были в процессе ну, падения. В процессе падения, но их вовремя поймали. Это ужасно. Нет, это совсем не смешно. Подожди, там половина аудитории только что посидела, потому что все пианисты представили, как это, включая меня. Таня, а более веселый случай был какой-нибудь? Веселый? Да нет, наверное. А что ты подразумеваешь под словом веселый? Ну, не знаю. Знаешь, люди иногда, например, в поездках там пропускают самолеты обратные, там, что-то такое. Это, по-моему, очень грустно. Ну нет, это достаточно весело, если у тебя есть запасные деньги на другой обратный билет. Ну, это вполне себе позитив. Знаешь, как бы есть что вспомнить, нечего детям рассказать. Да. Хорошо. Тут просто, знаешь, как, смотри, как ты воспринимаешь жизнь. Вот давай мы с тобой проведем такой короткий блиц, как бы, чтобы просто, поскольку у нас лофт-терапия в этих окнах. Вот смотри, Таня. Вот ты экстравертом себя считаешь или интровертом? Вопрос, на самом деле, как бы не банальный отнюдь. Ну да. Но я скорее интроверт, конечно. Так, то есть за время самоизоляции ничего не изменилось? Все отлично. Хорошо. Ты оптимист или пессимист? Это тяжелый вопрос, но скорее оптимист. Так, хорошо. Ты скорее эзотерик или прагматик? Вопрос с подвохом. С подвохом. Ну, конечно, ближе к эзотерике. То есть вот так вот. То есть тонкие материи, иногда ты как бы даешь волю чувствам и волю фантазии для того, чтобы поверить в какие-то невероятные вещи. Ну да. О, это хорошо, потому что для артиста, как мне кажется, быть прагматиком, ну, это такой путь... Не знаю, но для меня спорно в чем-то. Все-таки надо как-то уметь мечтать и выходить за рамки предложенного. И да. Верить в какие-то магические вообще вещи, сюрреалистические вещи. Ну, в этом мы с тобой солидарны. Тань, а вот в глобальном смысле слова вчера пытала своего гостя такими сложными вопросами. Я решила повторить сегодня эти вопросы, потому что они интересны любому музыканту. Вот давай с тобой копнем поглубже. Все-таки ты человек глубокий, ты много читала, много смотришь всего такого познавательного, интересного. Короче, что для тебя, вот попытайся так быстро понять, что для тебя есть музыка? Конкретно для тебя. Ну, наверное, музыка – это путь к божественному. Так, принимается. Ну, хорошо. Не, ну хорошо, хорошо. Хорошо, тогда вот еще глубже копаем. Вот артист, какими он должен обладать качествами? То есть самые, ну давай ограничим себя, там 3, максимум 5 качеств, которые, на твой взгляд, они вот такое мото, они как бы двигатель этого артистического прогресса. То есть настоящий артист это, или там он обладает, и тезисно. Ну, во-первых, мне кажется, артист должен обладать каким-то, не знаю, интеллектуальным голодом, что ли, как это назвать-то? Пытливость ума. Ну, да, возможно. Ну, да. Искренностью в том, что он делает. Так, это 2. Что я показывала. Так, ну ладно, подумай, все. Но остальное это так, это ремесло уже. Скорее. То есть вот как бы 2 таких ведущих момента, да? Да. Ну хорошо. А вот как тебе кажется, вот артист 20 века и артист 21 века, есть какие-то различия, вот все-таки, ну вот специфики этого труда? То есть все-таки в 20 веке, наверное, можно сказать, что это более узкая какая-то тропа, если ты понимаешь, о чем я. То есть как бы спектр его услуг, да. Спектр требований к этому артисту, ну, при всем уважении, при том, что в 20 веке очень крутые артисты, да, ну, скажем так, особенно в первой половине, все-таки это какая-то, ну, определенная стезя, и она предполагает какие-то вот тезисные вещи, но их достаточно мало. В 21 веке
Какое вот отличие по сравнению с 20 веком к требованиям к артисту? Ой. Ну, артист, наверное, должен уметь все в 21 веке. И уметь себя как-то представить, подать как-то правильно. Потому что найти в себе какую-то что-то особенное, какой-то, ну, создать продукт, как говорится. Вот, но, чтобы... но ты так грустно об этом говоришь. Конечно. А почему ты грустно об этом говоришь? То есть ты как бы это говоришь, ты знаешь, что как будто бы это так, но ты в это не веришь? В чем как бы подоплека такой грусти? Ну да, мне это не очень близко на самом деле. А почему? Не знаю, может быть, потому что здесь у нас учили другому, служению, искусству. Вот. А сейчас как-то понимаешь, что это больше уже похоже на рынок. Ну хорошо, а если вот, допустим, смотри, этот рынок, и на нем разные продукты, но ведь продукты тоже отличаются. Ну, приведу простой пример. Продукт, который, например, существует только за счет своей яркой упаковки, как только упаковка снимается, продукт сдувается. Да? Бывает так, что упаковка очень серая, а продукт очень яркий, но благодаря серой упаковке мы не видим, насколько он яркий. Тоже очень частая ситуация. Но как бы без упаковки, ну, тоже не, как-то неправильно, да, получается. То есть, получается, нужно искать какой-то баланс. Я поэтому удивлена, что ты говоришь как бы об этом так грустно. Никто же не заставляет обладать только упаковкой, а как бы наполнение нулевое. То есть, я просто на самом деле к чему веду? Я веду к тому, что да, безусловно, я понимаю, что вопрос медийности – это ну, не то, что некорректный вопрос, в том-то и дело, что он очень нормальный, он очень корректный, если правильно его понимать, да, потому что я тебе приведу пример из даже шоу-бизнеса или даже тех же академических музыкантов за рубежом, вот хороших, которые тебе нравятся, да, вот, например, творчеством кого ты увлечена, кто не представляет собой только лишь упаковку. Они более, получается, такие вот свободные, что ли, да, они более расслабленные, и нас этому не учили. То есть во что мы упираемся? Есть такое? Да, конечно, есть. И вот здесь я уже подхожу к следующему вопросу. Ты уже как молодой преподаватель консерватории, я считаю, что очень интересно услышать твое мнение, как человек, который прошел всю консерваторию и аспирантуру, и тоже в разные моменты биографии, я уверена, у тебя были разные ощущения. Но вот все-таки, Тань, что бы ты, ну вот, вот реально, положа руку на сердце, добавила бы в этот курс? Хотя были и такие у меня пассажиры, которые начали убирать некоторые предметы. Да, и, нет, это как бы, ты знаешь, я к этому спокойно отношусь. Я, собственно, приглашаю вас сюда для того, чтобы услышать какое-то контрмнение. Да? То есть у меня, мое мнение тоже претерпевает какие-то трансформации вот именно в этом диалоге. Вот что, на твой взгляд, нам не додали, что было бы неплохо дополнить, как бы, да, этот список добавить? Ну, я смотрела некоторые эфиры предыдущие, и, конечно, соглашусь с актерским мастерством, и что там еще было. Но я бы очень была бы рада, если бы у нас был такой человек, как ты, и вел менеджмент. Но он есть, периодически, его иногда пускают, допускают к телу, к телам. Не, на самом деле, ты знаешь, Тань, я польщена. Нет, правда, я польщена, и мне очень приятно, что как бы ты понимаешь, что это вещь нужная. Нужна действительно нужная. Она нужна хотя бы просто для того, чтобы обратиться, так сказать, в вышестоящие инстанции, и чтобы от греха подальше, чтобы нигде, кажется, не кинули и так далее, и так далее, и так далее. Да и вообще, ты знаешь, вот я, когда мне говорят про то, что менеджмент нужен, там, говорят конкретно обо мне, ты же знаешь, не дашь соврать, я всегда очень люблю начать эти вот разговоры с приглашениями в глобальном смысле слова, что давайте создавать, давайте делать проекты. Вот на твой взгляд, даже на твой вкус, давай представим, что, ну, как бы это возможно, что называется, да, у тебя есть время, самое главное для этого. Что бы ты создала? То есть, вот, например, каким бы жанром ты... Вот, это был бы сольный формат, это был бы камерный формат, это было бы, я не знаю, это был бы какой-то микс искусств. Что бы это было?
Скорее всего, это была смесь бы соло и камерной музыки. А вот скажи, если, допустим, говорить о вот этих синтезах искусств, ну, которые в том или ином виде существуют вот, в формах концертной практики. То есть, допустим, художественное слово и музыка — это, в принципе, распространенная история, да? Театрализованный концерт тоже. Что тебе ближе из микстов? Во что ты веришь? Что я верю? Но как-то вот художественное слово мне не совсем близко, честно говоря. Так. Я Концкласс пока. говорю... Может быть, соединить зрительное восприятие и слуховое. То есть, опять же, какой-то визуальный там ряд, да, ну, грубо Да. говоря, видеоинсталляция, не видеоинсталляция, что-то такое. А хорошо, пойдем дальше в нашей фантазии, в нашем путешествии. Вот если бы ты не была пианисткой, если бы ты не была вообще вот музыкантом, но ты, ну, творческий человек, то какое творчество? Я просто вот помню, опять же, по СМШ, что ты очень хорошо рисуешь. У тебя, вот, по-моему, такой даже антистресс. Ты была бы художником? Возможно. Либо, если вообще далеко уйти от творчества, хотя мне кажется, что наука творчества не лишена, я бы с удовольствием занималась бы математикой. О, кстати, это интересный момент. То есть, Да. получается, есть вот эта, да, вот как бы связь между математикой и музыкой. Просто это не ново в нашей жизни, но ты считаешь, что есть. Не то чтобы есть. Это как неразделимые вещи. Ну да, когда дети не могут сосчитать, сколько 16 их. Страшно, я с тобой согласна. Да, это боль. Да, жизнь более. Когда ты им говоришь, в одной руке идут триоли, а в другой квинтоли, начинается просто паника. Ну, да, нет, конечно, я с тобой соглашусь, тут без лишнего каламбура, что вещи сильно связаны очень, очень тесно, и это доказано, причем доказано на научном уровне. Ну, хорошо, а если еще пойти дальше? Вот вспомни, какие существуют сейчас современные формы концертной практики, которые, ну, постольку существуют в России, в Москве, как это ни прискорбно, на нормальном уровне, я имею в виду. Ну, вот перформанс, там, инсталляции как таковые, какие-то, ну, совсем, там, иммерсивные театры, там, вкрапления какие-то. Вот если это соединять и как-то музыку интегрировать в эти жанры, или эти жанры, наоборот, в музыку, было бы для тебя приемлемо и интересно принять в таком участие? Мне было бы это интересно как опыт, потому что я серьезно в это никогда не вникала. Вот, ну, я бы попробовала. То есть тебе не было бы страшно, потому что есть люди, вот, кстати, вот в нашем музыкальном мире, ну, такие же молодые, как мы, которые начнут размахивать руками, говорить, что, о боже, это черти что, это так страшно, там, я, это не обо мне. То есть ты бы хотя бы попробовала. Да, конечно. Хочется запустить такой проект, я чувствую. Нет, ну, естественно. Слушай, Таня, а вот уже раз затронули иммерсивные театры, у тебя был опыт похода в Нет. иммерсивный театр? А хотела бы? Нет. Да, было бы интересно. Так, Илья, бери билет, вот это вот нечего смотреть онлайн. Быстро, быстро, давай, когда расхлопнут, первым делом Таню в иммерсивный театр. И, кстати, я тоже с кем-нибудь пойду, вот, пойду с вами, потому что я тоже очень хотела, кстати, этой весной сходить наконец-то. Причем у нас в России, ну, в частности, в Москве, эти иммерсивные постановки, они все привезенные, да, из-за границы. То есть так это или иначе адаптация. Своих пока что иммерсивных спектаклей, каковых, ну, как бы нет. Это и хорошо, и плохо одновременно, потому что то, что придумано за рубежом, там уже распиарены такие крутые истории. Вот. Ну, удовольствие не дешевое, но я думаю, что игра стоит свеч. По крайней мере, я всячески вот топлю за эту историю, потому что, ну, это ни на что не похоже. Такой опыт классный. Таня, ну хорошо, возвращаясь к реальной жизни, а то что мы о музыке, да, о музыке, ты сидишь, скучаешь, ну, нормально, нормально тебя вообще спросить, какой-то Сплошная нормальный скука. вопрос, да, задать, как бы, чем ты занимаешься вообще сейчас, то есть помимо тех твоих занятий, пока вы там делите фортепиано с Ильей, вот, деретесь за рояль, вот, хотя я не знаю, может быть, там у вас несколько инструментов, или несколько синтезаторов, или несколько барабанов, на чем вы там играете, что еще?
То есть, там, не знаю, прогулки. Удается дышать свежим воздухом? Потому что мы здесь, честно говоря, лишены этой опции практически. Прогулки по участку. Понятно. Я за эти 2 месяца уже выучила каждую почечку, каждый листик, каждый цветочек. Понятно. Хорошо. Кто у вас ведет, так сказать, курс физкультуры? Кто у вас тренер из вас двоих? Никто. А никто. То есть физра как бы мимо. То есть ЗОЖ у вас там. Конечно. Так, ладно, да, хорошо. Так, ладно, я не успокоюсь. Кто главный на кухне? Кто шеф-повар? Я готовлю. Понятно. А что ты готовишь? У тебя, ну, наверное, как бы появилось время, и наконец-то можно проявить свои кулинарные таланты. Что же у тебя было за это время? Ой, я по-разному издеваюсь над овощами. Я уже, наверное, считаю себя мастером приготовления овощей. Ну, самая любимая. Самая любимая? Сейчас будут кабачки. Конечно. Сейчас все едят кабачки, ребят, даже не интересно, ну, что такое кабачков. Не, ну ты молодец. А как бы Илья, он прогуливает, да, то есть он как бы исключительно пробует, готовит. Илья занят высокими материями, ты о чем? Он в это время ждет, это высокий мать, думает. Думает. Не, ну серьезно, а вы вместе как бы, ну, не готовите? Обычно такая тема очень хорошо заходит, потому что, ну, как бы веселее, типа там. Нет. Один посолил, второй раз посолил, там, знаешь, короче, уже пересолили, выбросили, заново приготовили. Это всегда очень весело. Да, это было хорошо. Перевели продукты, ну, подумаешь, как бы поржали, ну, все бывает. А что нам Ловры пишет? А, понятно, все ясно. Ну, да. Но тут на самом деле, знаете, как тоже приходит на каламбур в голову, что кто-то любит готовить, кто любит есть, и на самом деле хорошо, что вот как бы такой тандем, у вас все слажено, все в балансе находится. Да, абсолютно. Саня, ну, еще помню такой вот экспириенс, связанный с тобой по поводу книг и литературы, тоже незабываемый доктор Фаустус, который до сих пор маячит мне. Как только я думаю, Таня Дорохова, мне сразу доктор Фаустус, Томас Ман, у меня сразу вот одна тропа загорается, такой свет. Что сейчас ты читаешь? Читаешь ли ты? Я сейчас читаю почему-то меньше, чем раньше. Видимо, потому что я привыкла читать в дороге. Вот. Ну, я сейчас перечитываю книгу Швейцера о Бахе. Тоже ничего себе выбор. Вот это да. Да. Это как-то связано с теми, ну, ты сейчас еще и Баха играешь параллельно? Ну, так, это в мечтах. То есть ты как бы подготавливаешь почву. Да. Понятно. А еще? Или пока только вот Швейцар застрял и все? Да, мне кажется, Швейцар вот пока достаточно. Ну, это огромное, это как не женское, я понимаю. А что касается кинематографа, ваш интеллектуальный досуг, так сказать? Мы вот недавно с Ильей пересмотрели «Персону» Бергмана. Так. Я знала, что тут будет не спаха на поле. Так, еще. Ребят, берите на карандаш, сейчас бесценный контент пойдет. Еще. Я могу список сразу. Кстати, по поводу предметов, которые бы мне хотелось еще добавить в консерваторию, я бы вела историю кино. Потому что это такой пласт, ну, конечно, очень молодое искусство, но это пласт, который на наше мировоззрение очень большое влияние оказал. Да, я согласна. Очень хорошая идея, между прочим. Потому что, помнишь, они в какой-то момент, в какой-то год они запустили, по-моему, даже или для всех, или только для музыковедов, там историю танца, ну, типа, помнишь, кажется, какая-то история была, да, история балета или что-то такое. И я помню, что это было очень воспринято на ура, эти люди, которые ходили, мне говорили, что, блин, ребят, это прям так круто, и кто-то молодой, по-моему, читал как раз, тоже очень важно. Я полностью поддерживаю, потому что, конечно, и музыка кино, и вообще сама история кинематографа, да, и сколько фильмов о музыкантах, да, снято, и тоже хочется в этом как-то вариться, а то мы все время узнаем как-то очень точечно. Вроде есть факультатив истории кино в Консе,
Ой, Вика, ну ты знаешь, мы, конечно, немножко в разных генерациях, в разных выпусках находимся, но я не знаю, если у вас это есть, вам очень повезло. Можно мы будем ходить Срочное с вами? детство. Да. Слушай, но вообще вот ощущение от этой самоизоляции, вот у меня тоже такой вопрос глубинный, с подвохом, как я люблю. Какие-то новые качества вот ты в себе открыла, какие-то, может быть, новые привычки, вот в связи с таким расслабленным все-таки графиком, когда, ну, ты сама предоставлена себе, и, в общем, особо ничего не происходит. Я бы не сказала. Приходится больше усилий прикладывать для того, чтобы себя организовать, конечно. А так в целом. Может быть, больше терпения на уроках, на онлайн-уроках с малышами. Много ты сейчас времени отнимает? Ну, уже не так много, они практически все уже сдали свои контрольные уроки. Но раньше достаточно. Я понимаю. Но ты уже определилась, что ты сделаешь первым делом, когда ты выйдешь с самоизоляции, когда вот нам скажут, ребят, мы вас расхлопываем. Я выйду на улицу, я буду удивляться тому, что люди трехмерные, оказывается. Ну вот сейчас я не трехмерная, но какая-то двухмерная, онлайновая. А тебе со мной сейчас сложно общаться или нет? Нет, конечно, не сложно, но... Слава Богу. Но... Да нет, конечно. я радуюсь, я думаю так, ну я хотя бы не оторвалась совсем от земли, все нормально, держусь пока. Ну, уже привыкаешь видеть людей в экране, а не живьем. Ну, почему? Ну, вы же выходите, вот дефилируете там до ближайшего магазина, там мусор, мусорные пакеты выбрасываете, люди там где-то показываются на горизонте или вы вообще никого не видите? Никого. Ну, подожди, подожди, подожди. Ну, Илья трехмерный рядом. На него посмотри, ты еще как бы не отвыкла от людей. На самом деле, знаешь, вот тоже прикол в том, что те, кто захлопнуты там, ну, вдвоем, кто-то там семьями, там, не знаю, трое, четверо человек, да, и вот по одному, какая-то разница колоссальная. Ну, я не знаю, как бы мне комфортно, я вот так получилось, что я вот одна сижу на самоизоляции, и при том, что я экстраверт, ну, ты знаешь, что я экстраверт, я открыла в себе вот, например, абсолютно новые качества, я поняла, что да нет, в общем, все нормально, вот, как-то спокойно работаем, телефон все равно продолжает как ненормальный звонить, то есть, в общем-то, ощущение такое, что как будто бы и не захлопывали в какие-то моменты, да? Ну да. Ну и потом уже это сегодня с тобой обсуждали, что полнейший эффект присутствия на этих эфирах. А Мы как это будто твой друг первый друга. онлайн? Да. О, слушай, ну с почином тебя. Я думаю, теперь после этого пойдет череда эфиров, потому что есть такое немножко ощущение, знаешь, ну это, конечно, не то же самое, но вот на концерте есть такое какое-то предвосхищение того, что вот ты сейчас выйдешь. И здесь то же самое в чем-то, и тем более, ну, разговор, я надеюсь, приятный. Вот. Бывают, конечно, неприятные эфиры, но я тебе таких не советую все-таки принимать участие. Вот, мне, в принципе, кажется, что вот эта вот разобщенка, которую нам устроили, она, в общем, как ни странно, имеет вообще под собой другую смысловую нагрузку. Наоборот, вот наш музыкальный мир, у меня почему-то ощущение, что мы стали ближе и как-то еще роднее. Есть такое Да, ощущение? есть такое ощущение, да, абсолютно. Тань, ну а вот все-таки мы так скучаем, а когда же мы увидим какие-нибудь, ну, там, ролики с музыкой в Инстаграме, чтобы разнообразить ленту? Что-нибудь запишешь? Я об этом даже не думала. Ну Ну, вот может быть. теперь, когда уже попросили эксклюзивно, придется Да, записать. придется. Ну да, потому что, знаешь, очень интересно, как бы, публике знать, чем занимается, как бы, наша богема вообще. Потому что кто-то уже давно не открывает крышку рояля, кто-то давно зацепил скрипку, она уже пылится. Вот, и все как бы ждут, что будет намечен концерт, а кто занимается. И вот хочется, чтобы те, кто занимались, воодушевляли других тоже к этим занятиям. Видишь, какая я хитрая. Ну, это да. Ну, может быть, кто-то будет от противного. Ну, ты-то занимаешься, ну и занимайся. А мне сил нет, и руки опускаются. Ну, зная нашу тусовку, знаю, что так не будет. Стоит одному пойти за ней и сказать, я занимаюсь, и все сразу срываются с места и несутся тоже заниматься. Это такая цепная реакция.
Я на карантине выучил там сколько, 30 концертов, да, и все сразу бегом. Ну да, в принципе, хочешь испортить настроение на всю жизнь людям, скажи им такую фразу в онлайне и все. Да, есть такое, есть такое. Тань, а вот возвращаясь к поездкам, вот все-таки эта тема, которая сейчас тоже всех очень сильно беспокоит, ну, много было всего интересного и связанного с концертным графиком, и связано. Я, честно говоря, не знаю, мне самой очень интересно это узнать о тебе. Какая вообще у тебя любимая страна для посещения? Япония. Я ее просто обожаю всей душой. Да. Причем я там была 2 раза осенью и 1 раз весной. И цветущая И сакура, да, все дела. да, это просто счастье там побывать, конечно. Ну, знаешь, с точки зрения менеджмента, я считаю, что тоже очень-очень грамотный выбор. Тут есть как бы двойное дно в этом ответе, дорогие друзья. То есть как бы помимо того, что страна на самом деле очень классная, просто шикарная, она, ну, и с точки зрения технологий, да, как бы отстоит на 10 лет вперед от России, там, если не на все 50, и вообще от всего земного шара. Ну, плюс как бы японский менеджмент, там, надо знать. А японская публика тебе нравится? Очень нравится. Классно. То есть получается, если бы тебе сказали, Тань, какая страна, в какой ты хочешь жить, ты бы, честно сказала, Япония. И тебя аригато гадзаймас, да? Вот жить — это уже другой вопрос. А вот где жить? Но где жить? Может быть, Швейцария? Ну, тоже ничего себе, нормально, да. Не Ну, знаю, уровень жизни в Швейцарии, это считается очень даже неплохо, то есть, в принципе, сейчас точно не скажу, какое-то место в мире, но в Европе это одно из первых мест, если вообще не первое по уровню жизни. Ну, хотя как, в Швеции очень высокий уровень жизни, в Швейцарии, ну, Бельгия, да, там, ну, что, ну, по мелочам пойдем. Ну, дальше уже вся остальная Европа тянется где-то в хвосте со своей Германией, это правда. Нет, просто если бы задали вопрос мне, я очень люблю Италию, мне нравится климат. Климат для меня как ключевая вообще история. Но мне очень не нравится, что у них холодно в домах. Вот, например, категорически Да. не нравится. Да, потому что это вот когда вот такое вот одеяло, вот такое, ты под него заскакиваешь и пытаешься быстрее заснуть и согреться, а у тебя ничего не получается, потому что батареи абсолютно ледяные, а отопление — это очень дорого. Вот, поэтому они экономят на всем, на чем только могут. Но это единственное, что меня раздражает в Европе. Все остальное, как бы, до определенного момента мне нравилось. А ты что скажешь про другие европейские страны? Я бы туда поехала для начала только, чтобы глубже изучить культуру. У меня в мечтах где-то месяца на 2 поселиться в Риме. Вот. Ну, про Италию это там просто нужно жить несколько лет, чтобы это все. Ну да, впитать, успеть. Да, именно. Тань, а вот скажи мне, из твоих самых вот, ну не знаю, даже давай возьмем всю твою жизнь, не будем ограничиваться каким-то вот периодом, какие самые, не знаю, запоминающиеся, например, были концерты, проекты, ну какие-то были нестандартные, какие-то просто были яркие, какие-то были там с какой-то потрясающей публикой, ну по разным критериям, вот топ-3, например, или там, не знаю, сколько хочешь назови, и почему? Сейчас не будет. Я не знаю, как. Но... И тут я изменилась в лице. Да, я бы покраснела. Мне не хочется тебе просто каких-то лживых лестных отпеть, но это действительно так. Мне больше всего запомнились концерты у тебя. Ну, нет, знаешь, но мне очень приятно, я думаю, что приятно аудитории, потому что мы как-то совместно, понимаешь, и с вами, мы же это все делали вместе, так мне приятно. Ну, просто у меня, как бы, ну, камерный формат, у меня небольшой зал, то есть, знаешь, мне бы очень хотелось, например, там, расшириться, да, и там что-то такое еще сделать, но нет, тем не менее, мне очень приятно, потому что формат с модерацией, да, вот, кстати, знаешь, вот здесь вот мне интересно узнать уже такой инсайт, вот уже по прошествии времени.
И я это узнаю уже в следующем эфире, потому что осталось 26 секунд, и вот мы с тобой договорим, перескочив в следующее окно, да? Или мы попрощаемся с аудиторией? Прощаемся. Попрощаемся? Дорогие друзья, не слушайте Таню, она что-то, не хочет общаться, но мы сейчас еще с ней договорим. Подождите, не так все быстро. Все, значит, мы перескакиваем в другое окно. Сейчас. Так, дорогие друзья, мы продолжаем. Сейчас все заново присоединятся. У нас сегодня Таня. И очень такой интересный у нас интеллектуальный разговор в таком очень спокойном стиле. Вот. Несколько таком сбалансированном ритме. Вот. Сейчас добавляю Таню, возвращаю вам на место. Всем привет-привет, ребятки. И мы узнаем всю правду о модерации. Ой. Снова я. Ты сидишь в каком-то баре, у меня такое ощущение. Сначала был вопрос, чай это или коньяк. Теперь я вижу, что там интересны у вас салфетки или скатерть. Теперь там точно коньяк. Ну понятно, что Илюша на заднем плане получает удовольствие, все ясно. Вот, кстати говоря, я передаю тебе, Илья, большой-большой привет. Вот. И своим родителям тоже передаю привет, и всем вообще, всей аудитории. Вот, ну так, короче, Таня, вопрос был такой. Все-таки модерация. Модерация, вот первое твое погружение и вот ощущение тогда, и вот спустя уже какое-то время, да, вот оно сейчас прошло, насколько это все-таки тяжело или... Ну, как-то к этому можно привыкнуть? И, то есть, как это было для тебя, такой инсайт? Ну, для меня говорить на публику это всегда тяжело было. При том, что ты прекрасно говоришь, у тебя все в порядке как бы с мыслями, с идеями, с головой. То есть, как бы, почему, кстати, так? Не знаю. Это, может быть... Ну, конечно, любой человек, там, сейчас модно вообще говорить, что я интроверт, вот, но мне действительно тяжело говорить на людях. Поэтому для меня это просто было такое преодоление себя очень серьезное. Но говорила ты при этом прекрасно. И, кстати, ты знаешь, вот здесь вдогонку вопрос. А вот преподавательская деятельность, не помогла ли она тебе почувствовать себя увереннее в этом разговорном жанре? Нет. Все-таки... Потрясающе. Абсолютно серьезно. Одно дело, когда ты читаешь лекции, где сидит много достаточно народу. Другое дело, когда ты занимаешься один на один. Здесь как-то это более личный процесс. Ну, в лофте тоже очень личный процесс. То есть, как бы ты берешь микрофон... Ну, я тебе напомню, как это было. Берешь в руки микрофон, выходишь. Полнейшая, значит, кромешная тьма, где видна одна лампа... Нет, две лампочки вру. Так, немножко подсвечено сбоку, там сидят техники. И вот лампа, значит, посреди, на самом деле это проектор, который бомбит прямо в глаза. Вот, собственно, все. То есть, как бы ты даже нос с первого ряда не видишь. Но ты видишь людей, которые сидят на подушках, там, окей, ладно, да. Но это скорее такая группа поддержки. То есть, как бы они настолько увлечены обычно этим процессом, что это, по идее, должно поддерживать. Так в чем же дело, как говорит Отелло? Ну, не всегда это поддерживает. Иногда это даже мешает. Но я думаю, что это просто преодолевается с опытом. Угу, угу. Ну, я как бы так и думала, я надеялась от тебя это услышать, потому что, ты знаешь, ведь вот с 2018 года, да, как бы много воды утекло, что называется, и, ну, были разные участники разных возрастов. То есть были люди, знаешь, ну, как бы, ну, совсем молодые, да, то есть у которых были такие же условия, то есть я намеренно ничего не меняла, хотя я понимала, что, ну, для подростков это прям совсем должно быть сложно. Да. Но я понимала, что, наверное, уровень будет какой-то другой этого разговора, но ты знаешь, я должна тебе сказать, что я невероятно ошиблась на тот момент в таких рассуждениях, потому что, да, окей, это была модерация в стиле, я не хочу повторяться, говоря, что это стендап был, но это был нормальный стендап, то есть это был просто такой вот молодежный формат. И мне нравится, что в лофте сразу видно, на самом деле, кто преподаватель, а кто нет. Не только по росту, но и по, как бы, избе говорильни.
Вот, но тема интересная. И, кстати, вот повторюсь, я помню твою модерацию, я помню, как это было очень хорошо. Вот, и как-то вот у меня ничего, не знаю, эта картинка не рассыпалась, наоборот, как-то все это было очень органично, потому что, знаешь, вот опять же, что мне нравится, и то же самое мне нравится в этих диалоговых окнах. У всех свой ритм, у всех свои акценты, никто ни на кого не похож, и это убеждает. Убеждает тогда, когда это искренне. Вот в твоем случае, да, и там в случае других там, людей, которых я тоже вот, успешно были модерации, там успешные концерты, я могу их тоже привести как такое доказательство. Вот, поэтому я надеюсь, что если у тебя будут подобные предложения, подобные опыты какие-то, вот не отказывайся, это здорово получается, на самом деле. Спасибо. Вот так, я еще раз с кем-то здороваюсь. Ребята, вы тоже можете писать комментарии, вы не стесняйтесь. Вот, а пока я вспомню нашу еще интересную одну историю. Знаешь, что еще вспомнила с Семшовской скамьи? Сейчас ты просто вообще упадешь. Или это уже был консовский какой-то год, ну тоже бородатый-бородатый. Когда у тебя, вот только не помню с кем, был марш-бросок по всему Садовому кольцу. С кем А, это было? да. Это было в ЦМШ слизы мазала. Вот. И я помню, что это просто какой-то был у вас, ну, такой результат. За сколько часов вы прошли его? Ну, недолго, там часа 4, наверное. Вообще недолго, да. Маршрут такой. Но вы после этого вообще, наверное, просто ног не чувствовали. Нет, чувствовали как раз. Знаешь, эта история, она мне вспомнилась, конечно, в связи с нашим онлайном, но я подумала, что вот если бы меня спросили, что бы я в первую очередь сделала, я бы, конечно, пошла гулять, и, возможно, я бы попыталась повторить именно этот подвиг, именно потому что я очень давно, как и все, не была в центре, а центр мы очень любим. И, кстати, мне вот в нашей деревенской жизни, в Коломенском, очень не хватает каких-то впечатлений. То есть нет, при том, что район, ну, зеленый, при том, что парк закрыт, как бы, но как-то так тоже. А сколько у вас, вот, кстати, вот за бортом людей без масок? Я не выхожу на улицу, я не знаю. А вообще? То есть ты как бы только по участочку? Да. Кошмар какой. Я даже Да, не я скрываю специально это. отсиживаюсь, чтобы сделать... Вот Наташа правильно говорит, был похлеще бросок. Вот, чтобы сделать бросок еще хлеще. Понятно. Ну, то есть это будет что, два кольца? Это будет по МЦК вы пойдете, по МКАДу? Почему вы там МЦК. пойдете? Почему? Ну вот мы ходили, мы еще тогда жили в общежитии. Ой, что-то я не помню. Как мы ходили-то? Мы ходили до Грибного канала и возвращались по Кутузовскому проспекту до Грибного канала и возвращались через живописный мост. И, в общем, ну там, по-моему, не помню сколько, километров 20, наверное, получилось. Ну, это вообще немало, это солидно. Ноги потом ощущаются очень долго, они прям гудят. Хорошо. Да, но это надо надевать А. такие кеды, кроссовочки. По набережной в Коломенское. Да, это мы тоже из общежития ходили, тоже рано вставали. Так, ну ладно, слушайте, я что-то вы травите как-то мою душу, вот, потому что я люблю как раз пешие прогулки. Сейчас я прям вот-вот хочется рвануть, выключить онлайн и пойти наконец-то, но ничего не выйдет пока что. А, кстати, давайте тоже сделаем ваши, делайте ваши ставки, леди джентльмены, короче, выпустят нас 31 мая или нет? Как ты думаешь? Я думаю, нет. А, вот Конечно. так вот. Понятно. Конечно, нет. Так, ладно. Кто-то хочет высказаться в комментариях? Можете пока высказаться. Таня, вот еще Значит, возвращаясь к мне твоей... еще... Да, извините, нет, потому что мне еще надо доучить А, эту короче, программу. мораль такая. Пока Таня не доучит, мы... Да. Ребята, то есть как бы все очень просто. Слушай, возвращаясь к теме вот твоего такого хобби, таланта, вот ты сейчас продолжаешь рисовать, когда у тебя есть минутка свободная от фортепиано или нет? Нет, к сожалению, нет. Очень жаль. Я тебе уже Мне тоже заказываю жаль. видеоролик и заказываю тебе написать картину какую-нибудь хорошую. Ну а что, а то как я провел эту самоизоляцию? Знаешь, как, типа, как я провел это лето, а тебе даже нечего показать. Что такое только 30-е сонаты Бетховена, что скандал просто. Таня, а вот если говорить о, в принципе, вот, творчестве художников, я понимаю, что эта тема тебе не то, что не чужда, а прям ты супер ее любишь. Да. Какие у тебя любимые музеи вот в мире, а потом в Москве? Ну, я мало где была из музеев в мире.
меня впечатлил Берлинский музей. Он огромен просто, и там потрясающее античное собрание. Я была там ребенком, поэтому на меня не рассчитывай, я ничего не помню. Я помню только размеры этого музея, он огромен, это я помню. Да, ну и Лувр, конечно, впечатляет. Впечатляет, 7 часов по Лувру, согласна. Да, ну я могу просто все музеи, на самом деле, перечислить, все известные. Они, конечно, все, каждый хорош. Нет, но все-таки, как бы, знаешь, у каждого человека не только само собрание, может быть, еще и атмосфера этого музея, потому что вот если меня спросить, какой, ну вот уже в сознательном возрасте на меня реально произвел серьезное очень впечатление, я назову вот неожиданно Третьяковку на Крымском валу в Москве, и я назову Альбертину в Вене обязательно, просто ну, вот обязательно. Я назову, там, не знаю, ну, Лувр назову, ладно, хорошо, потому что это уже была такая осознанка, в принципе, просто это было очень тяжело, ноги отказали, голова отказала, потому что после Лувра мы еще пошли в Сакрикер, туда, вот, туда, вот, и поэтому, ну, то есть для тебя, ну, то, что ты сказала, это как бы соответствует действительности, да? Да, но по атмосфере меня очень впечатлило Арсе. Но я там не была, к сожалению, но... Представляю, да. Что это такое. Я очень... Мне, конечно, очень стыдно, но я во многих музеях, куда бы хотела попасть, я там не была. Вот, в том же Париже. Поэтому судить не могу. Мне кажется, в Мармотане или в Оранжере они, эти музеи тоже, мне кажется, по атмосфере и по впечатлению не сравнят со многими другими. Вот. Ну, ты знаешь, это обусловлено тем, что, как бы, я понимаю, практически все поездки, они не увеселительного характера были, да, как бы, естественно, это... Я понимаю, к чему ты клонишь, да, люди тоже должны понимать, что когда мы приезжаем играть концерты или это конкурсы, тем более нет времени, вот. Поэтому я твою ситуацию очень хорошо понимаю. А вот если в Москве, какие любимые такие злачные места? Ну, в Пушкинский музей я очень часто ходу. Ну, туда вот, в часть, как бы, где выставлены, ну, как бы, импрессионистические искания, скажем так. И в ту часть, и, ну, разумеется, на выставке. Ну, на выставке, да, понятно. Да. Угу. А все-таки буду топить за современное искусство, если я так красной нитью пытаюсь к тебе подобраться, я все равно я проберусь. Ну, а Крымский вал, Третьяковка, потому что, знаешь, не все любят, вот честно, не все. Ну да, ну, я, честно говоря, тоже. А, ну тогда следующий вопрос просто выбрасываем. Ну ладно, все равно, ладно, так уж и быть задам. Ну ладно, я сегодня добрая. Тань, я, ты знаешь, что вот я очень люблю вот эти арт-кластеры, я 100 раз про них говорила, и просто безумно. Вот как ты к этому относишься, к этой теме перестроенных районов, заводов и всего прочего, лофтов? Сейчас это очень модно. Ну, это довольно интересная тема. Но ты была? Я была в винзаводе. О, супер, очень люблю винзавод. Да, это единственное место, где я была, честно говоря. Подожди, а рядышком Артплей, неужели не зашли? Там прям вот рядом. Нет, не зашли. Я была, там проводилась выставка, где на этой выставке были расписаны кусочки Берлинской стены. Ого, ничего себе. Да, это было очень интересно. Я на такой выставке не была. Это было очень давно. Когда еще Берлинская стена стояла. Понятно. Таня, а вот, ну хорошо, а вот если, допустим, еще помучаю тебя культурными вопросами, вот театр, я, насколько тоже понимаю, для тебя имеет значение. Ну, московские театры какие? Только не говори Гоголь-центр, я заплачу от счастья. Ну, конечно, я знаю, что это будет не он. Это не он. Ну, я знала, да. Театр Петра Фоменко. О, хорошо. Принимается. Да. Ну и все. Ну, еще, может быть, малый. Угу.
Странно, что небольшой. Не, ну большой это немножко другая опера. Да, и вот как раз здесь ты меня хорошо поймала. Поговорим об операх. Вот вчера я тоже я пыталась Симона, и все-таки мне интересно. Ну давай копнем с тобой максимально глубоко. Я сказала тогда 3 и 3. Ну давай 5 и 5. Давай 5, по 5 опер. Назови мне самых любимых своих зарубежных и русских. Ну русских даже 5 не хватит, чтобы все перечислить. Ну вот прям самые давай. Ты права. Оперы Прокофьева. Ну, это уже сразу вопрос. Нужно вот так загнуть. Да. Слушай, нет, а серьезно, вот самая любимая прокофьевская опера «Война и мир» или «Огненный ангел»? Вот не могу выбрать, тут еще и игрок затесался. Блин, и игрок хорош, да. Но вот для меня все-таки вот игрок, ну хорошо, это вторая премия будет, так уж и быть. Вторая премия. А первую поделили, да, вот у меня так в моем рейтинге. Ну ладно, допустим, хорошо, давай 3 пальца отдадим под Прокофьева, еще остается вот эти вот 2. Чайковского, разумеется, Евгений Онегин, ну и «Пиковая дама». Ой, как банально, неужели он больше ничего не написал? Всего 10 опер, как часто говорят, всего 10 опер написал Петр Ильич, почему так мало? Всего. Ну, эти наиболее удачные, к сожалению. Ну, в общем, да, да. Ну, хотя вот и Иоланта тоже вроде ничего. Иоланта очень репертуарная, она мне нравится, да. Кстати. Хорошая Иоланточка. Ладно, по римскому давай пройдемся. По римскому? Да. Ну, разумеется, царская. Слава богу, у меня тоже это первая премия, так. Петушок. И петушок у меня на первой премии. Ну, вы близки в этом. Ну, вот это первая премия у Римского-Корсакова. Хорошо. Мусоргский. Борис или Хованщина? Борис. Хованщина или Борис? Ну, конечно, Борис. Это был правильный ответ. Ну, дальше. Бородин, князь Игорь, будет у нас номинирован на Оскар или нет? Нет. Ну, и не надо. Мне, конечно, грешно так говорить. Вот Шостакович. Шостакович, но неужели нос? Как ни странно, да. Абсурдистская вот это... опера, ну, конечно, почему? Why not? Да, почему бы и нет? Знаешь, я тебе расскажу интересную историю своей жизни в связи с именно с этой оперой «Нос». У меня моя подруга в какой-то момент она пошла работать в театр Покровского, там эта опера очень часто ставят, да. И вот первые ее слова, когда она зашла после первой репетиции, первый раз в жизни исполнив на флейте партию, в носу, хочется сказать, в этом в опере «Нос», это там не было ни одного нормального слова, то есть это было примерно так. Я не могу сейчас говорить матом, можно я перезвоню? То есть примерно вот так. Да, то есть как бы просто я к тому, что нам-то, конечно, эта опера нравится, но нужно понимать, что инструменталистам она очень не нравится. Ну хорошо, ладно, это был прикол. Давай теперь по зарубежным, что ли? Зарубежным. Ну, пяток, ну, давай. Разумеется, Моцарт, Дон Жуан, Фигаро, Россини. Очень это, все первое место было в Моцарте. Так, конечно, Россини. Это все первое место. Да, Россини. Весь Россини, такой. Весь Моцарт, весь Россини. Вообще. Таня классно говорить. Вот она не ошибается. Ну, как говорит, просто вот загибай все пальцы, все, знаю, все оперы, всех композиторов. Ну, Пуччини, конечно же. Пуччини что? Кто? Пуччини Манон Леско. Отлично. Прекрасный выбор. Да. Это что-то. А «Баттерфляй» заслужила хотя бы утешительный нет, приз? Нет, не заслужила. А вот в моей версии заслужила. Ну, ладно. Так, «Пелиас». О, привет, Кокаревой. Так. Да, она сделала свое дело. Ну да, но единственная опера, как бы вот эта вот, которая была у нас прозаическая, я просто помню, как мы это слушали, и эти волосы Мелизанды, и вы слышите, это лейтмотив Гало, секунда Гало, я просто ее голосом, понимаешь, даже сейчас у меня это проматывается в голове. Ну если от этого абстрагироваться, то за этим голосом ты начинаешь в какой-то момент слышать музыку, безусловно. И «Аида Верди». Классно, тоже хорошо.
А я бы еще добавила маленькую вишенку на маленьком тортике паяцы для Анкавала. Да. Я очень слезно топлю за эту оперу, потому что она о нашем скромном мире. Да. Да. Таня, я поняла. Ну, в общем, короче, последний, наверное, вопрос, чтобы тебя, ну, как бы не пытать больше, потому что достаточно, довольно, нужно как бы вовремя остановиться, да, нужно как-то оставить послевкусие после этого разговора. Но все-таки вот у меня был такой вопрос на заре самоизоляции. Вот мне кажется, что музыканты такие тонкие личности, что все-таки ну, должны как-то прочувствовать этот момент, так как прочувствовала его я. Вот смотри, это нестандартная ситуация. Вот когда ты начинаешь, ну, думать вот именно, да, что вот этот вот ну, вирус, да, будем называть вещи своими именами, что вот все то, что происходит, ну, там, закрываются границы, все останавливается, ну, в общем, это все объяснимо, но, в принципе, так, если абстрагироваться, то это какой-то сюр происходит. То есть так не бывает. То, что мы сейчас переживаем, так не бывает. Так вот, теперь, значит, из этого негативного сценария перепрыгиваем в позитивный. Если бы тебе сказали, что вот это какая-то, ну, музыка, с этим должна ассоциироваться. Какая бы была эта музыка? Вот тут я даже по-разному предлагаю тебе пойти. Можешь назвать, например, симфоническое произведение, там, камерное, можешь несколько назвать, сольное, которое тебе в первую очередь сейчас пришло. Вот давай симфоническое сначала. Симфоническое? Да, вот, а можно, которое... Можно я немножечко... как-то сломаю твою концепцию, давай, конечно, ломай. Ломай меня полностью. Дело в том, что, почему я ринулась сразу учить 30-ю сонату. Вот это было первое, что у меня зазвучало в голове, когда... Вот. Молодец. Принимается. Хорошо. Нет, хорошо, хорошо. Еще что-то? Ну, Гольберг вариации. Да. Кстати, мне кажется, не только я. Почему-то вот в карантине по какой-то причине я вот вижу, там, кто-то выкладывает своих занятий, вижу, кто-то тоже их учит, эти гольберг-вариации. Ну, знаешь, хочется сказать, знаю, что такое гольберг-вариация, хочется сказать, либо сейчас, либо никогда. Да. Не, ну да, действительно подходит. Но, кстати, я помню, что у меня в онлайне, когда я приглашала Настю Кобекину, я у нее тоже задала этот вопрос, и она говорит, ну, Бах. Я говорю, в любой непонятной ситуации называй Баха, и ты не промахнешься. Потому что Бах подходит под любой режим, в общем. Ну, хорошо, еще что-то будет? Третье. Что-то? Третье? Вот насчет симфонической музыки я, кстати, не задумывалась. Вот задумайся. Скорее всего, это будет Шостакович. Да ты что? Вот это да. А ну, и о чем же ты думаешь? А какой именно из них? А который? А который? Да. Хотелось бы сказать, а второй? Но нет. А жаль. А жаль. Я уже прямо разогналась. А я бы сказала, что это Малер. Малер, конечно. Подходит, да? Я бы с тобой, да, согласилась. Таким образом, у нас Шостакович по горизонтали, Малер по вертикали. Нормально? А если бы я тебе сказала хоровая музыка, если ты сейчас скажешь то же самое, что говорили все, это будет просто вообще жесть. Я не скажу. Мне интересно, что тебе приходит первое в голову? Хоровая музыка. Не знаю, мне ничего в голову почему-то не приходит. Понятно, у нас просто все в один голос почему-то орали Иоанн Дамаскин, не знаю почему, но все кричали, что типа, абсолютно, я в том числе, причем я была первой заводила, я говорю в онлайне, по-моему, это было Саша Шляхов, я говорю Иоанн Дамаскин, и он мне говорит одновременно Иоанн Дамаскин, и мы начинаем смеяться, потому что, да, не знаю, в тот день, когда труба сразу напрашивается, но это как бы мое мнение, ну неважно, ладно, а камерная, вот давай. Камерная, это надо подумать. Ну, ты такая умная, ты все знаешь. Давай, короче, дуэт, трио, квартет, квинтет. Все, давай. Не, шутка как бы. Ну, можешь одно назвать? Одно. Ну, тут два пути. Либо музыка, показывающая какой-то абсурд,
либо, наоборот, выражающее какую-то внутреннюю тишину и покой. Ну, либо суицид – это третий путь. Но я назвала в свое время санаторий Яначко скрипичный, поэтому я так топлю за третий вариант. Но ты назвала два совершенно адекватных, поэтому я от тебя жду адекватного решения этой задачи. Так, это долго, долгий поиск. Ну, иди по укороченному пути. Можно обратиться к тому же, к тем же сонатам Баха. Серьезно? К которым? Камерным. Для клавира? Да. Например, клавир и флейта. Угу, угу. Ну, да. Ну, как-то я осталась неудовлетворена этим ответом, потому что, ну, Бах, я же говорю, он подходит везде и всюду. Баха вообще можно было назвать по всем жанрам, в принципе. Понимаешь, вот, вот в чем дело. Ну, можно также и Шуберта назвать. Ну, можно, да. Ну, видишь, вот что разговаривает с умными людьми? У них на все есть уже заготовленный ответ, да? Вот, вот тебе, пожалуйста, вот тебе. Нет, ну, ты знаешь, я на самом деле, как сказать, я тут не избалована ответом насчет того, что люди... музыканты, не просто люди, вот именно наши музыканты, наш круг, ну, в твоем лице сегодня, ты задумывалась, то есть как бы ты услышала эту музыку, начала ее учить. Ты знаешь, Таня, вот ты очень сильно удивишься, но, наверное, 99 или 95 хотя бы процентов людей, которые сидели со мной в диалоговых окнах, а ты всех их знаешь, сказали, что ничего как-то вообще не ассоциируется. Вот так вот. Поэтому я тебя благодарю за эксклюзивный контент. Вот. И присоединяйтесь еще к нашим диалоговым окнам, если надумаете, заглядывайте в эти окошки. Я очень рада, что мы с тобой увиделись. Я тебе очень благодарна за классный разговор. Взаимно. Очень душевная получилась беседа. Да, да, это так. Это единственное место в сети, где можно хорошо поговорить, так сказать, на публику, выпить хорошего чаю. Вот. Совершенно бесплатно и непринужденно. Ну все, дорогие друзья, мы прощаемся с вами уже до завтра. Вот, Таня, пока-пока. Посылаю тебе флюиды добра и счастья. Вот. Гуляйте осторожно по участку. Вот. Много кабачков не ешьте и, смотрите, не перезанимайтесь, дорогие друзья. Вот. Ну все, пока-пока. Пока. Пока. Ну, и остается буквально две минутки для того, чтобы договорить с вами и сказать, что как здорово, как душевно, как вообще отличаются эфиры один от другого. И я очень благодарна участникам, очень благодарна гостям, потому что они дарят позитив, они действительно вот дают какой-то эффект присутствия. И бэкстейдж, который вот был, да, задуман на проекте реальном, он действительно преобразован в нечто большее. Потому что мне кажется, что мы настолько сильно забегались в реальной жизни, мы так мало по факту имели возможности общаться в последнее время, да практически со всеми этими гостями, да, которых вы видели вот по телефону, в лучшем случае, на проекте, в лучшем случае. Все были закольцованы, а сейчас, благодаря этой паузе, у нас есть возможность создать такое нечто совместное, нечто доброе, классное. И я надеюсь, что эти разговоры вам запомнятся и будут вспоминаться нашим дорогим гостям. Ну, а сейчас мне нужно с вами попрощаться и пригласить вас уже на следующий, на завтрашний Midnight Loft Online. Как обычно, полночь. Ну и, как обычно, сейчас вот интрига будет раскрыта, кто же следующий участник. Всех обнимаю. Пока-пока и спокойной ночи вам, друзья. Спасибо, что смотрите.